твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. твойнефтекамск.рф. Транспортным коллапсом в середине дня обернулась, казалось бы, банальная авария. На перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Строителей столкнулись грузовой ГАЗ и 14-е. Легковушка двигалась прямо по проспекту в сторону улицы Техснабовской. Грузовик поворачивал на Строителей. В момент аварии 14-е буквально поднырнула под ГАЗ. У грузовика лишь незначительные царапины и вмятины, в то время как «Жигули» получили значительные повреждения. Хотя машины и столкнулись на перекрестке, но столь значительную пробку создать все-таки не могли. Добил движение по этому участку дороги пассажирский автобус. Пытаясь объехать создавшуюся пробку, он заглох и уже не смог завестись. Многометровое транспортное средство перекрыло проспект перпендикулярно. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД в течение часа регулировали движение по этому участку. Полина Сюткина, Вадим Хисматуллин. Информационная программа «Время новостей».